Дорогие друзья, «Тотальный диктант» стал уже всемирной акцией, которой в этом году 20 лет. В Уфе акция проходит в 12-й раз. Для чего нужно писать «Тотальный диктант»? «Тотальный диктант» — это акция, направленная на формирование интереса к русскому языку. Почему важно доносить свои мысли до окружающих четко и ясно, грамотно? Для того, чтобы они поняли, что же вы им хотите сказать. Уже завтра состоится «Тотальный диктант» в 13 часов. Приглашаю вас прийти на площадку Башкирского государственного педагогического университета. Для вас мы подготовили две аудитории, 401 и 409, по адресу Октябрьской революции 3А. Для вас диктант прочитает Игорь Викторович Артюшков, профессор, доктор филологических наук, уважаемый человек, известный, а также Куравшина Лилия Евгеньевна, супер ведущая, заряжающая позитивом, оптимизмом, умеющая прочитать так, как никто другой. Приглашаю, приходите.